Улица Советская. Именно здесь находится Всероссийское общество инвалидов Ленинского района. Поступила жалоба, что именно здесь нет пандуса для инвалидов-колясочников. Парадокс, согласитесь, мы проверили это. Ложная тревога. Пандус все-таки есть. И пусть он не соответствует стандартам, но даже такие в других старых домах вы не найдете. Но как быть, если ты обладаешь ограниченными возможностями, а живешь в пятиэтажке времен Никиты Хрущева? Понятно, что фойе подъезда расширить невозможно, но... Высота ступеньки 15 сантиметров. Непреодолимое препятствие для инвалида-колясочника. Хотя возможность установить в этом месте пандус есть. Лучше всего дела обстоят в домах новой застройки. Здесь архитекторы предусмотрели все. И пандусы, и удобные подъезды к ним. Социальные объекты, такие как поликлиники или пенсионный фонд, можно назвать безбарьерной средой. Но как инвалидам передвигаться вообще по городу? Как известно, поверхность тротуаров расположена выше дорожного покрытия, образуется перепад высот. Даже 10-сантиметровая разница лишает инвалида возможности передвижения без посторонней помощи. Илья Кремнев, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.